раз там было, во втором. А его имеется? Да, нет, мы все играем. Все, что написано, все, что написано, все даже. Нет, это там одно и то же. Нет, а это нужно слушно уже делать. Почему надо делать? Это нужно слушно уже делать. То есть это риск, что там писать целиком. Слушай, а ты можешь смотреть, сыграть, в общем, как бы вот ты играешь там до, там, потом, ну, условно, там, соль, да, квинту, и к этому до, к верхнему, ты играешь терцию, то, ну, как бы октава, получается, до, да, к этому верхнему до терцию еще прииграть. Тебе надо так по аппликатуре, будет удобнее. Ну, то есть, вот этими, вот так и сыграть, вот этим приемом. Раз, два, три, четыре. Вот здесь, знаешь, как делать? Вот так же правильно. Так же нужно делать и здесь. Вот так, давайте так и сделаем, конечно. Не сердце, а... Надо Слобинину в песню. Это второе. Додис, додис, ми, додис, второй раз. Падес, додес, додес, да, по-моему. Падес, додес, додес, ля, то есть, как бы фадес минор и потом ля мажор, правильно? Падес, додес, додес, ля, то есть первая половина такта получается, падес. Вступление и потом эти четверти. Косяк. Правильно. Косяк. Можно, а мне нельзя, да? Ну давай, напишем.